Доброе утро, Марсик. Ну что ты, как спалось? Виктория говорит, под утро похрапел немножко. Ну, Марсюн, пойдем на улицу? Я что-то вспомнил ролик, называется «Гладиатор». Французский бульдог Марсик, «Гладиатор». Он в самом начале канала. И там он был 5 месяцев, он первый раз пострадал, ну, подрался. Марсюшка, ты помнишь этот момент, а? Ну, что у тебя тут? И вот он пострадал, вот, думаю, Вселенная наградила его такой способностью драться и проигрывать бои. Марсик, ты чемпион по проигрышу. Все время тебе побеждает. А, Марсюшка, за что тебе такое вот наказание? Подерется, потом лежит, страдает. Потом какое-то время походит здоровеньким. Ну, там, неделю, две, месяц бывает. И опять на него напасть нападает. И опять какой-то голос внутренний командует. Подерись, подерись. И он начинает драться. Ну, уже и сам не рад, конечно, этому. Пошли на улицу, Марсюшка. Марсюнчик. Пошли. Все гуляют. Пойдем. Пошли, пошли. Потихонечку. Да, да, конечно. Тяжело. Иди сюда. Сюда иди. Выходи. Марсик. Ну, давай тебе помогу. Ой. Ой. Давай. Давай, давай, давай. Через ступеньки сейчас. Лерочек. Вот он. Твой соперник, глянь-ка, поверженный. Лерик его жалеет. Лерик благородный пес. Ну давай. Сейчас камеру выключу. Вот так. Все, спустили Марсик. Пошли. Иди в кустики попейте. Лерочек. Теперь он, пока, по крайней мере, на тебя 3 дня не нападет, Марсик. Пока он, видишь, такой. А сейчас бы Лирику на него напасть, пока Марсик слабый. Но Лирик этого не сделает. Потому что инициатор обычно у нас Марсик. Такой день хороший, птички поют. А ты вон пострадавший. У него даже сил нет лапку поднять. Просто стал и как Мирка. Вот и смешно, и грешно, и жалко этого Марсика. Пошли, я тебе там еду оставил. Марсик. Вчера он не поел. Ну, плохо поел. Но колбаску, правда, съел. А наши все в саду гуляют. Вот у него. Его чашечка. Иди быстрее. Иди, Марсик. Тебя ждет завтрак. Марсик, Марсик, ножка тревожит, лижет ее. Ну, вчера Жорка тебя за лапку-то и погрыз. Она вся у него во рту была. Марсик, Марсик,
Пошли. Пойдем. Ну, уже осталось немножко тут дойти чуть-чуть. Пойдем, пойдем. На. Ешь. Какое-то время тебе будет комфортно, пока Марсюнчик на больничном. Ну, правда, ты не расслабляйся, потому что там еще Жорка. Он тоже такой здоровый бульдог. На всякий случай, вот будка безопасности у тебя есть, залазь туда и сиди. Ну, а пока Марсик, вот видишь, занедужил. Пока Марсик занедужил, Лирик, малеха, повеселел. Смотрите, такой стал бодренький, уверенный. Вот они чувствуют собаки. Все чувствуют. Тюльпаны отцвели. Скоро будут пиончики. Уже вот они начинают, видите. А, пойду еще бультанеж покажу. Вон он. Вот такие вот, видите. Цветочки. И сейчас еще должна расцвести за ночь акация красная. Марсик доедает, на поправку идет. Ну, аппетит есть, значит, уже пойдем со мной. Значит, уже полегчало. Сейчас. Вот она. Акация. Она только начинает распускать свои цветочки. Только-только. Потом красивые будут такие цветы. И вот прирост у сосны. Эта сосна трудно приживается, очень трудно. Сажали сюда во двор 5 сосен. Даже не 5, а 6. Вот тут росла сосна, не прижилась. Вот там и вот там. 3 сосны не прижилось, а 3 прижилось. Ну что, Марсик. Позавтракал. Обычно мы никогда его утром не кормим, но поскольку он у нас пострадал. Ну-ка, дай. Ну подожди, глазик протереть тебе. Ну-ка, глянь на человечество. О, красавчик. Красавчик. Конечно. Ты победитель в проигрышах. Чемпион антипобед. Марсик.